до товариства з обмеженою відповідальністю холдинг-компанія «Інтермет», товариства з обмеженою відповідальністю «МФ Дніпропроєкт», приватного нотаріуса Криворізького міського ДРЕВОГО «Жукавіцина», виконавчого комітету Криворізької міської ради, публічного акціонерного товариства «Арселор-Мітал Кривий Ріг», про визнання рішення загальної збори учасників товариства та правочинів недійсними. З апеляційною скаргою публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Укргазбанк» та постанову Рівненського про визнання рішення загальних зборів недійсними. Все. З того засідання у нас з'явився Макаров, особисто на звіті. У нас Макаров і Сергій Григорович. Та його представник. А передня Володимирович. Оголошується склад суду. Справа розглядається у складі. Головуючий суддя Князів, судді Сапрікіна, Прокопенко, Золотніков, Данішевський, Покуліна, Кібенка, Горовчук, Київ, Володимир, Ященко, Печук, Антонюк, Петренчук, Злобой, Федіновська. У справі бере участь секретар судового засідання Черненко. Вам роз'яснюється право підходу складу суду та секретарю судового засідання. Чи будуть у вас запитання? Прохання трошки. Ваші права передбачені статтями 42, 46 Господарського процесуального кодексу. Оскільки судами попередніх інстанцій встановлено факти порушення корпоративного права позивача, проте застосовано строки позивної давності як підставу для відмови в позові, паралельно позивачем позивач звернувся до господарського суду з позовом, в якому просив зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю холдинг компанія «Інтермет» надати йому інформацію, яка є в тому числі предметом даного позову. А саме, просив суд зобов'язати відповідача 1 надати належним чином завірені копії річних звітів холдинг компанії «Інтермет» за 2011-2016 роки, належним чином завірені копії звітів про фінансово-господарську діяльність відповідача 1 за 2011-2016 роки та належним чином завірені копії протоколів загальних зборів учасників товариства холдинг компанії «Інтермет» за 2011-2016 роки. Даною постановою суду рішення попередніх інстанцій були скасовані та ухвалено нове рішення, яким задоволено позивні вимоги, зобов'язано товариство холдинг компанії «Інтермет» надати позивачу призначені документи. Ваша честь, якщо можна ще одну репліку, хотів би звернути увагу суду, що постанова, про яку я зазначаю, винесена 26 червня 2018 року, тобто вже після звернення позивача з касаційною скаргою в даній справі. Тому він не мав об'єктивної можливості надати цю постанову разом з касаційною скаргою. Так, Ваша честь, я хочу звернути увагу, що судами попередніх інстанцій вже було встановлено факт порушення корпоративного права позивача, а саме право на участь в загальних зборах учасників товариства «Інтермет» щодо продажу нерухомого майна, а саме, крім того, визнано відсутність згоди позивача щодо надання права підпису договору купівлі продажу та підписання всіх необхідних для здійснення угоди документів. А підставою для відмови в даних позовних вимогах були визнані судом факти звернення позивача за запитами до товариства з обмеженою відповідальністю холдинг компанії «Інтермет» та ігноруванням даних запитів. Даною постановою, про яку я кажу, встановлюється саме той факт, що
позивач не мав об'єктивної можливості захистити своє право, а тому судами попередніх інстанцій в нашій справі були, було неправомірно застосовано норму, а саме частину 4 статті 267 Цивільного кодексу щодо застосування строків позовної давності. Таким чином, дана постанова не визнає жодних нових обставин. Ми оперуємо виключно тими обставинами, які вже були встановлені судами попередніх інстанцій. А я хочу звернути увагу на безпідставність застосування строків позовної давності. Саме на підтвердження цього факту і надається постанова проєкту нашого. Повний текст даної постанови Верховного суду складено 2 липня 2018 року, тобто вже після навіть відкриття провадження у Великій палаті Верховного суду. Суправді, що на місці ухвалити, зроблено питання якого? Чи є питання? По питанню маю ваш честь. Дякую. Зобов'язаний судового розпорядника, представник засобу власної інформації, ваша честь, дозвольте. Ваша честь, я головний редактор всеукраїнського журналу «Корупціонер в Україні». В 11 статті про судоустрій і статус суддів сказано, що прямий ефір дозволяється на транслювання радіо і телебачення. Даний час ведеться прямий ефір на мою особисту сторінку в Facebook. Я вважаю, я нічого не порушую. Статті про судоустрій і статус суддів чітко вказано, що транслювання на радіо і телебачення. І про Фейсбук там жодного слова немає. Якщо бачите. Це процесуальне законодавство закону про судоустрій загальної норми. Є спеціальні нормативні акти, які регулюють певні питання судового процесу. Ці здійснюють є лише в дозволу. Ви повинні спитати цей дозволу. Я чітко пам'ятаю, що це в 11 статті про судоустрій статус. Без окремого дозволу. Дякую.
ваша честь, я підтримую касаційну скаргу. Така сама. Суд не можливості подати пояснення. Будь ласка, хто буде давати пояснення, виходьте до трибуни, встановлюється регламент виступу до 5 хвилин. Було запитання.
16.03.2012 года попередним договором продажу був заключений попередній договор продажу тих бази по вулиці Гетьмича Рятування 21 на общій сумі 650 тисяч гривень. Було внесен взнос 150 тисяч. Так от в цьому договорі в пункті 8 сказано, вартість майна, вказана в пункті 3 цього договору, не може бути збільшена. Продавець за жодних умов в случае невыполнения штрафа 300 тысяч. Это договор был заключен без собрания учредителей. Хотя до этого было собрание учредителей в 2015 году и в 2011, в котором я присутствовал. В 2012 я уже не присутствовал. 28.01.2018 года проведены загальные сборы, так называемые загальные сборы, потому что я уверен, что их не было. И было принято решение о продаже тех баз, в дальнейшем комплекса других без пород за агрессией Гетьмича Рятування. А 29.01 на следующий день, 2013, был заключен так называемый основной договор купли-продажу комплекса других без пород за цену 650 тысяч рублей. Я хочу сказать, что суд так и не установил, продается техбаза или комплекс других без пород. Техбаза – это территория, огороженная с подъездными путями железнодорожными, с кранами, с электроснабжением, водопроводом и куча всего там, подземные водохранилища. А комплекс «Бутик» — это всего лишь часть техбаз. Суд отказался, потому что в одном договоре написано «техбаза», в другом договоре комплекс «Бутик» и «Спорук», а в самом протоколе собрания акционеров, который там, было написано «продаж техбазы в дальнейшем комплекс «Бутик» и «Спорук». Это разные вещи, не может продаваться дом в дальнейшем месте называться. Суд это не установил, а это очень большая разница. Дальше, ровно через 33 дня после продажи, 04.03.2013 года, торговая биржа «Дейкор» проведена оценка комплекса «Будильс-Парут», и стоимость ее увеличивается сразу в 25 раз и становится 16 163 970 рублей. Это документы есть в деле. А еще через полгода, 29.07.2013 года, договор ипотеки. А, кстати, заключается 29.07 договор ипотеки между Днепропроектом, уже владельцем этой базы, и ArcelorMittal, ГРУ. И по договору ипотеки 20 миллионов. Да, получается, стоимость базы уже тогда была 20 миллионов. 26.12.2014 года вносится змины в стоимость ипотеки. И уже стоимость базы становится 30%, в том числе и ArcelorMittal, который как бы заинтересован в объективной оценке. Он дает металл, база в ипотеке, и завышать они не будут. Но уже цена становится 35.834.000. А застава тех базы, сумма застава 30.440.000. То есть она выросла в цене за год, сначала за месяц 25 раз, а за год 48 раз. Эти документы у суда будут. Мы дважды обращались сделать оценку, суд отказал. Оценка могла, суд не видел базу, суд не может, он не профессионал, он не может дать оценку стоимости базы. Но суд не обоснован. Дважды нам в этом, суд первой инстанции, дважды в этом отказал. Написал, ухвалил, что не обоснован. Хотя мы уже обосновывали как могли. Потому что стоимость, доказывает, что стоимость. И еще хочу сказать, что я был 8 лет директором, 9 лет был замдиректора предприятия, директором базы. И база покупалась за 3 миллиона долларов. Это тоже информация была. То есть она 3 миллиона долларов, потом становится 80 тысяч долларов, потом опять становится 3-4 миллиона долларов. Суд отказал так, потому что по уставу значные правочин более 50% стоимости основных фондов только с разрешения собрания учредителей. Мало того, суд не обратил внимания, что, а я говорю, что по уставу там 3 четверти должно проголосовать за, 3 четверти от общего количества. Суд взял всего лишь выписку из протокола, в котором подписала Малыхина и ее водитель, забыл фамилию, Хрипов, ее водитель, который имеет малюсенькую культуру. А муж, директор Малыхин, продал базу. То есть семейный подряд. Муж продал, а жена сделала выписку из протокола. Не протокол, а выписку. И в деле почему-то фигурируют две выписки под одним и тем же номером. Назначается собрание акционеров в начале 2012 года, номер 3, назначает Малыхина директора. И потом меньше, чем
через год опять собрание по номерам 3 продает базу, техбазу или дом прикупки. Это не смутило абсолютно суд, почему два документа под одним и тем же номером в течение меньше, чем года. Суд также отказал по уставу, есть книга протоколов, не помню, 12-7, по-моему, 12-5, и она, протокол о заседании учредителя, и она находится у Малыхина, главы сбора. Мы дважды подавали клопотание, вытребовали книгу и посмотрели, были сборы или не было. Я убежден, сборов не было. Жена помогла мужу продать, просто сделала выписку из протокола, печать у них есть, поставили и все. Причем они сделали выписку на себя, на директора, и выписку на продажу базы под одним и тем же номером. В течение года такого быть не может. Поэтому для этого же нет власти. А? Что дальше нет власти? Ну и хочу сказать по апелляции два замечания. Действительно, я знакомясь с делом, увидел, что отправлены были почтовые 3 числа, 3 октября, суд дела Пановых, 5 или 7, я не помню, разосланы письма, и 10 я получил вечером, причем не только я, у меня есть справка, я не мог заучить ее туда, потому что ограничено, справку я получил через месяц, с Польши, что я получил ее действительно 10. И все, при ознакомлении с делом, я увидел, что все 100% участников получили 10 и больше, потому что за 3-4 дня почту в Украине получить невозможно, подготовиться и приехать из Днепропетровска, Суд почему-то пишет, что мы не добросовестно подошли, злоупотребляя и не явились все на суд почему-то. Хотя проверить по штрих-коду это элементарно. Зашел к проверку. Никто не получил, но суд утверждает, наследственный суд. Пришел к выводу, что все получили и все злоупотребляя не явились на суд. То же самое суд не установил, а проблема с ним не счет. Почему-то суд не смутило, что я дважды подавал клопотание о экспертизе. Но счет мне не пришел, счет я обнаружил в другие. О том, что я получал, никаких документов нет, я его не получал. Почему я каждый раз хожу на суд, каждый раз хлопочу, чтобы дали счет на экспертизу. Но суд это не смутило, то, что я не явился по каким-то причинам и не заплатил. Потому что суд должен был заблаговременно предупредить всех, убедиться, узнать, получал я, не получал документы на экспертизу, на оплату. Я значительно больше плачу судебных издержек, чем эта оценка института, которая я обнаружил в деле, опять, там 26 тысяч. У меня все. Я хочу сказать, что права у меня были порушены. Суд и первой, второй инстанции признают это, что я многократно обращался в правление, в наблюдательный совет о том, чтобы мне дали информацию, когда были собрания. Почему нет? Если не было собрать, почему их не было? И вот те документы, которые мой представитель озвучил. Но он приходит почему-то к парадоксальному выводу. И апелляционный суд, и первая инстанция, что я недобросовестно относился к своим обязанностям и каким-то образом мог узнать о том, что было собрание. Хотя я 3 года, как минимум, 4 года, как минимум 2-3 раза письма, которые я смог представить, остальные, которые не нашел, я не представил, они где-то есть. Я там запрашиваю, что продавалось, в том числе, было ли какие-то продажи. Ни одного ответа. Но суд считает, что суд и первой, второй инстанции посчитал, что я виноват в том, что мне не дали ни одного документа, меня ни разу, это тоже суд установил, не приглашали ни одно собрание, то есть порушены мои права. Я могу купить эту даму, базу за 700 тысяч и даже больше. Чтобы, я думаю, что на самом деле база эта была продана за реальные деньги, просто деньги эти расставали по карманам и ушли таким образом. Нет налогов, нет меня, и других акцентов. Поэтому я считаю, что порушены мои права. Суд не полностью разобрался, не со всеми разобрался, ни первой инстанции, ни второй в этом деле, и не захотел разбираться, потому что для этого надо было оценка, тогда было сразу видно, что стоимость базы более 50% и требуется собрание акционеров с 3/4 голосов за, не то, что присутствующих, а за. А суд почему-то воспользовался только в выписке, не зная даже, сколько там вообще-то голосов было, за, а сколько против. У меня все. Я просто пытаюсь. Як ви собі уявляєте відновлення ваших прав? Тобто ваш позов, до чого це ваше право? Якщо ви хочете, щоб сталося? Я зрозумів.
база возвращена клубной компании «Интермир». Я могу воспользоваться своим правом, продать свою часть, выйти из общества. Допустим, если бы я присутствовал на собрании, я сразу написал заявление о выходе. Общество должно было по закону меня выкупить мою долю. Они поэтому меня не пригласили. Потому что после того, как акционерное общество пришло в ООО, а я голосовал против, они должны были мою долю выкупить. Поэтому они меня на собрание не приглашали. Если оно перейдет, я пишу заявление, выхожу, а потом они продают, что хотят и куда хотят. И также я хочу сказать, что я прошу прощения, это мое дело не относится, но точно такой же процент у моего брата, который инвалид. Я его просто берегу, у него инвалидность официальная, буду говорить такая, но он не может участвовать, я его берегу. Но он тоже выйдет и тоже получит свою долю. А там они пусть что хотят, то и... Я вас правильно думаю, что это вкусно на поиск товариства. Вы хотите повернуть войну товариства для того, чтобы потом відповідно діяти відповідно до своїх прав. Я по-другому не могу, да. Сначала должно вернуться товариству, уже я себе не могу, да. А потом уже я подам, в зависимости от того, какое собрание принято решение, если принят продавать, значит, я выйду из этого общества, или продам, или потребую, чтобы его выкупили мой пакет по оценочной стоимости. Я хочу, извиняюсь, еще суд не приобщил мои заявления, в которых они со мной, оригинал, в которых я просил акционерное общество сделать оценку в 2012 году стоимости актива для выхода. Суд сказал, к делу не относится. Но у меня эти документы с собой есть, если хотите, я могу показать. Он сказал, к делу не относится. Я хотел давно выйти, но не знал, сколько он стоит. Объект, за сколько вы продавали, что я смогу с этого получить. Касьян Юрьевич, вы предполагаете, я участвую в интересах. Извините, не расслышал. Я участвую в товариществе предполагаете. У меня было в 2000 году 19,5%. Ну, я не буду говорить, мы где-то прозевали, они сделали эмиссию, и моя доля уменьшилась в два раза. Делали эмиссию 50%, делали объявление, но это к делу не относится. Но она была 19,5. Сейчас у меня 3,5 брата. Это у вас в смысле 3,5% остановили? Да, да. Какие части полосины повредает такая участка в стартовом капитале? 3,5. 3,5%. Скажи, пожалуйста, какая владельца тех 3,5% капитала? На той момент, когда я сказал, вас нужно происходить в У меня есть сейчас документы, я могу показать, что я те, что нашел, за 3 года я получил 600 тысяч дивидендов. Мне трудно сказать, сколько она стоит, но база, если вы услышали, я читал, оценена была в 30 миллионов. 30 миллионов, 3,5% это все равно большая сумма. Ну, за материалами справы сейчас это 1,7 рублей. А? За материалами справы, цієї справи, часто 2,7 гривень. Это уставная часть, она всегда гораздо меньше, чем реально. Номинальная платность? Я не помню. У нас уставной фонд был 10 тысяч. В 2000 году они втихаря, извиняюсь, незаконно сделали эмиссию на предъявителя акционера. Мы не смогли тогда отстоять свою позицию, они объявление дали, и кто-то выкупил на предъявителя еще. А так 20 тысяч уставной фонд. При этом базы. Еще вот 20 тысяч. Уставной фонд. Уставной фонд, который был в 93 году. Был 10 тысяч, 2000, 20 тысяч. За это время это только одна база. Я уже 20 тысяч, то 3,5% это 700 гривен. А? Если 20 тысяч всего, то 3,5% это могли 700. Это номинальная стоимость. Она никакое отношение к рыночной не имеет. Рыночная стоимость там порядке лучше всегда. Потому что я имею право продать обществу. Я когда выхожу из общества по закону, общество должно сделать оценку и выплатить в течение года мне стоимость. Не 700 гривен, а пропорциональная стоимость. А если эта база стоит 30 миллионов, то можете представить, сколько. И это когда доллар был выпустит. А я еще хочу дополнить, что у меня это не одно, 5 исков есть, сколько в этом оно было готово на суде. Если все собрать, там будет миллион долларов от выплаты. Дізналися про продаж. Я узнав это в 2016 году. Дату я точно не помню, это был апрель 2016 года. Я подъехал в базе, в очередной раз глянул, жива, не жива, что с ней, так я не получал ответ ни разу. И там я увидел, что нет таблички. Я подошел к сторожу и спросил, кому принадлежит база. Он сказал, что фонд и компания продала, а сейчас другой.
дело не возбудила, ну, полиция. Потом через суд возбудили, и 20 какого-то июля, я не помню, я могу больше, судья Мясоедова удовлетворила из милиции встречи судья и вытребовала документы. После этого я уже увидел, кто продал, куда продал и как продал. Так, я получил документ из милиции. Я сообщил это, что узнал я случайно, увидел, что там лишки нет. Потом обратился к юристу, который вытяг там должен быть, когда мы получили его, сделали, или я увидел, вытяг, что металлобаза уже принадлежит. Я хочу напомнить, что суд там указывает, что я был в 13 году, 13, не знаю, реестр открыт в 16 году. А до этого там перечень на двух листах моей классификационности, что я мог в интернете, через интернет узнать. Этого не было. Ни того работы продажи, ни тому принадлежала база. А когда смог, тогда узнал. То есть, потому что подавать в суд, не зная ничего, я не мог. Я подготовился, то есть через милицию я увидел все документы, сделал ксерокопии. И суд мы их и предъявили. Мы указали, что нет попереднего договора, нет того, нет всего, чего не было, и запросили. Хотя нам все время суд отказывал. 6 хлопотаний, все отказывали. Что мы запросили? Мы хотели арестовать базу, указывая на то, что ипотека, договор ипотеки, что тут не надо много доказывать. Непропроект берет металл на Арселоре, продает его, и Арселор дает деньги. Вот сейчас он не даст деньги Арселор. И что, Арселор заберет на полном законном основании, станет владельцем. Тут не про проекта деньги есть, у любимого в кармане деньги есть, у Арселора деньги есть, зато у меня нет. Я кого поставил еще раз, да, просто. Я тоже хотела запомнить, а вы сказали, что просто наш урал участка только меньше 60. Нет, у него, у нас вдвоем 6,5, у него 3 или 3,5, 3, по-моему, или 3, 2. Есть пытание.
Сідайте, будь ласка. Суд залишається в нарадчій кімнаті для ухвалення судового рішення. Прошу залишити зал судового засідання. Речі, будь ласка, всі з собою. Судове засідання про цій справі оголошується.